За пару минут керноотборник вырезает из асфальтового покрытия круглую таблетку. Эта проба называется керн. Первые замеры специалисты проводят тут же на трассе Уфа-Чишмы. Новый участок дороги открылся в начале августа. Значит, у нас новое покрытие должно составлять 5 сантиметров. Здесь у нас 5,5. Затем образец отправят в лабораторию, где проверят его состав и плотность. Но пока специалисты Госкомитета по жилищному и строительному надзору довольны. Толщина асфальтобетона соответствует нормам. Под надзором у ведомства 55 объектов капитального строительства общей протяженностью более 300 километров. Это дороги регионального и межмуниципального значения. Наиболее такие крупные объекты, как автодорога Бирск, Тастуба-Садка, обход села Караидель со строительством моста над рекой Уфа в городском округе город Уфа. Дорожная развязка на Бирском тракте. Надзор по объекту строительства инженерных сооружений берегоукрепления набережной реки Белой. Специалисты проверяют и качество ремонта дорог. Теперь работа пойдет быстрее. В начале июня ведомство закупило современное оборудование. Его стоимость более 10 миллионов рублей. Это единственная в республике дорожная передвижная лаборатория. Автомобиль проезжает по определенному участку, а цифровое оборудование, которое находится внутри, делает замеры. Например, измеряет колейность или ровность дороги. Включаем датчики необходимые и готовимся к началу измерения. Владимир Бучковский рассказывает, для проверки качества асфальта специалисты делали замеры через каждые 50 метров, а на поворотах через 20, и все это вручную. Теперь нужно только запустить программный комплекс, который сам поставит диагноз дороги с точностью до миллиметра. При данной скорости от 40 до 50 идет измерение, показывает протяженность участка. По продольной ровности укладывается в график или не укладывается. Мы проехали данный участок, показывает, что показатели соответствуют. Лаборатория оборудована видеокамерой и лазером для замера колеи, а для измерения толщины покрытия – георадаром. Если выявляют недостатки, делают контрольный замер уже вручную. Доверяй, но проверяй. Ежегодно Госкомитет фиксирует порядка 200 нарушений. Как правило, это отступление от несоблюдения требований по необходимой геометрии дорог. То есть это поперечные уклоны, продольные уклоны не соблюдаются. Были случаи, когда подрядчики переукладывали асфальтовый слой. В случае, если выявляются нарушения, принимаются меры к побуждению исправление этих нарушений со стороны подрядчиков, выносятся также меры административного воздействия в виде штрафных санкций. То есть ни один объект с выявленными нарушениями и неустраненными нарушениями он не сдается в эксплуатацию. Специалисты говорят, любое нарушение при строительстве или ремонте асфальта может обернуться дорожно-транспортным происшествием. А от лаборатории не скроется ни одна трещина или яма. Так что есть надежда, что в ближайшее время качество дорог оценят и жители республики. Алина Гребешкова, Роман Гуманов, городской телеканал ЮТВ.